Мы живем в эпоху бурного развития онкологической науки и техники. С каждым годом появляются новые методики и лекарства, дающие шанс на выздоровление все большему числу людей. Сегодня, глядя на современные операционные, высокотехнологичные аппараты и автоматизированные лаборатории, трудно поверить, что 75 лет назад специализированной онкологической помощи не существовало вовсе. Первый онкологический кабинет был открыт в Барнауле в 1946 году, а уже через два года организована первая в регионе специализированная онкологическая клиника. 1953. В Барнауле впервые начинают проводить дистанционную лучевую терапию онкобольным. 1958. В Бийске появляется онкодиспансер на 20 коек. 1972. В Рубцовске создан онкологический диспансер. 1977. В Алтайском государственном медицинском институте вводят самостоятельную дисциплину онкология. 1987. Открыто первое специализированное отделение химиотерапии на 60 коек. 2010. Начинается строительство современного онкологического комплекса, включающего поликлинику, лучевой и лечебно-диагностические корпусы. Онкология в Алтайском крае, конечно, в материально-техническом плане шагнула далеко вперед. Ежели раньше больные с четвертой стадии погибали в течение первого года жизни, то сейчас эта группа больных в связи с новыми технологиями продолжает жить, и причем качественно жить. Поэтому, если раньше рак звучал как приговор, то на сегодняшний день это хроническое тяжелое заболевание, которое лечится, наблюдается, и люди продолжают жить, и причем по некоторым локализациям почти наступает стопроцентное излечение. Сегодня в структуру онкологической службы Алтайского края входят три специализированных онкологических диспансера, отделение детской онкологии, три центра амбулаторной онкологической помощи, 11 первичных кабинетов и 5 выездных бригад паллиативной помощи. Специализированный прием ведут более 120 врачей-онкологов. Ежегодно онкологическая служба региона проводит около 8 тысяч операций, 28 тысяч курсов химиотерапии, 4 тысяч курсов лучевой терапии. Диагностику и лечение пациентов ведут специалисты высокого уровня, среди которых доктора и кандидаты наук, отличники здравоохранения, заслуженные врачи и представители врачебных династий. Ключевое медицинское учреждение онкологического профиля в регионе – Алтайский краевой онкологический диспансер. Он тесно сотрудничает со многими научными медицинскими исследовательскими центрами, что позволяет в числе первых в стране внедрять новейшие разработки, в том числе и собственных сотрудников. Сегодня алтайские онкологи успешно делают то, что еще 20 лет назад казалось невозможным. Радиоизотопная лаборатория – единственное учреждение в Алтайском крае, где выполняют исследования и проводят лечение с помощью радиофармпрепаратов. Здесь, в числе первых в Сибири, внедрили методику однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Этот гибрид радионуклеидной и рентгеновской технологий позволяет не только обнаружить, но и лечить множественные костные метастазы. Для диагностики онкологических заболеваний в регионе используется оборудование экспертного класса. По последнему слову техники оснащены и диагностические лаборатории, где для исследований используют новейшие методики. Некоторые из них впервые в России освоили именно алтайские специалисты. Возможности единственной в регионе молекулярно-генетической лаборатории краевого онкодиспансера позволяют определить чувствительность опухоли к таргетной терапии, а также выявить у пациента генетическую предрасположенность к ряду онкозаболеваний. Диагностика на сегодняшний день очень мощная. Если сложные случаи, и я, и доктора, мы между собой это советуемся. Мы подключаем клиницистов, мы поднимаем другие клинические исследования и сопоставляя, все-таки выставляем правильный диагноз. Диагнозы еще вчера казалось бы неизлечимы. Сегодня алтайские онкологи успешно побеждают. В хирургических отделениях ежедневно проводят все виды операций открытого типа, а также малоинвазивные органосохраняющие эндоскопические операции. Хирург-онколог – это не только хирург с большой буквы, он должен быть еще и химиотерапевтом, в какой-то степени радиологом, но из основной, конечно, это психологом. Нужно больного настроить на операцию, объяснить все ему данные. И преимущественно работают здесь хирурги с высшей квалификационной категорией. Это более специализированные, более надежные, более серьезные хирурги, которые, в принципе, могут выполнить любую операцию, в зависимости от своего направления.
В Алтайском краевом онкодиспансере делают и реконструктивную пластику, а также одномоментные и отсроченные пластические операции. Лучевое лечение проводится по мировым стандартам. Подобные линейные ускорители сегодня используют лучшие клиники мира. Такой аппарат позволяет точечно воздействовать на опухоль, облучать ее максимально высокими дозами, защищая окружающие здоровые органы и ткани. Алтайские онкологи применяют все известные виды лекарственного лечения: химиотерапия, иммунотерапия, таргетная и гормонотерапия. Для удобства пациентов лечение проводится как в круглосуточных стационарных отделениях, так и в условиях дневных стационаров. Ты приходишь сюда не болеть, ты приходишь выздоравливать. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я с гордостью могу сказать, а также с большим чувством удовлетворения, что в наше время онкологическая служба Алтайского края является достойнейшим представителем региональной онкологической сети России. Но все эти достижения были бы невозможны никаким образом без сплоченной команды единомышленников, всех наших специалистов, от врачей, трудящихся в операционных условиях отделения, до последнего профессионала административно-хозяйственной службы, отличает неиссякаемая энергия, профессионализм и умение в любых условиях брать на себя ответственность за крайне непростые решения. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, ветераны онкологической службы, благодарю вас за ваш почетный труд, высочайшую ответственность и любовь к делу и к работе. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения и новых успехов вам в вашем нелегком труде. Я рад поздравить коллектив онкологической службы Алтайского края с юбилейной датой – 75-летием со дня основания. Это направление здравоохранения прошло большой и сложный путь – от маленького кабинета, открытого в послевоенном Барнауле, до целой сети специализированных высокотехнологичных медучреждений, расположенных в разных городах края. За прошедший срок проведена колоссальная работа, значение которой трудно переоценить. Достигнутые результаты по увеличению продолжительности жизни больных по-настоящему впечатляют. Дорогие друзья, от лица всего руководства Алтайского края сердечно благодарю вас за ежедневный труд. Сегодня весь свой опыт, силы, энергию, талант и тепло сердец вы отдаете людям. Позвольте пожелать вам доброго здоровья, благополучия и нескончаемой энергии, в которой так нуждаются ваши пациенты. С праздником!